Всем привет! Продолжаем гулять по Петербургу. Матвеев мост. Автодорожный балочный мост через Крюков канал в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга соединяет Коломенские и Казанские острова. Мост сохранил архитектурный облик, характерный для мостов Крюкова канала 1780-х годов. Объект культурного наследия России регионального значения. Расположен почетной набережной реки Мойки между домами 100 и 102 в месте пересечения Крюкова канала и Мойки. Образует ансамбль с расположенным рядом Краснофлотским мостом через Мойку. Рядом с мостом расположены комплекс Новая Голландия и здание морских Крюковых казарм. Это Центральный военно-морской музей. Ниже по течению находится мост Декабристов. Ближайшие станции метрополитена, Садовая, Сенная, площадь и Спасская. Ну, кстати, можно и проехать от Василеостровской. Правда, долго. На площадь Труда, там пройтись очень даже и ничего. Так, с 1798 года мост назывался Конюшенным, так как набережная левого берега Мойки тогда была конюшенной улицей. С 1812 мост именовался Канавским, затем Канальным или Канавным. В 18-19 веках Петербургский канал часто называли канавами. Я беру данные из Википедии. В 1868 году мост получил название Тюремный из-за располагавшейся рядом здания городской тюрьмы. Это Литовский замок, который сожгли в дни февральской революции в 17 году. Иногда мост именовали Литовским. В марте 1919 мост переименовали в мост Матвеева в памяти комиссаре, рабочем коммунисте, участнике гражданской войны Матвееве, убитом в 1918 году и похороненном на площади Коммунаров. Ну а современное название Матвеев мост построен в 1784-1786 годах по типовому проекту для мостов Крюкова канала. Трехпролетный деревянный мост на опорах из бутовой кладки, облицованный гранитом. Центральный пролет разводной, боковой балочный. Автор проекта неизвестен. В конце 19 века разводное пролетное строение было заменено постоянно. В 1905 деревянные прогоны были заменены на металлические двутавровые балки с двойным деревянным настилом. Технический надзор осуществлял инженер Лихачев. В 1950-м произведен капитальный ремонт по проекту архитектора Берсенева и инженеров Андреевского Гудцайта. Были переложены заново все опоры, уложены новые металлические балки пролетного строения с устройством железобетонной плиты проезжей части. В 1954-м изготовлены торшеры с фонарями. Итак, мост трехпролетный, металлический балочно-неразрезной системы. Разбивка на пролеты 6,4 на 11 и на 6,4. Мост косой в плане, угол косины 81 градус. Мост предназначен для движения автотранспорта и пешеходов. Ширина 9,78, длина 24,7. Два тротуара, 1,5 метра. Проезжая часть включает две полосы для движения автотранспорта. Перильное ограждение металлическое, простого рисунка, завершается на устое гранитными тумбами. На промежуточных опорах на гранитных постаментах установлены 4 фигурные торшеры художественного литья с фонарями. Ну вот и все. Все, что мне удалось найти про Матвеев мост. Раньше это был тюремный мост на Крюковом канале. Пока-пока. До свидания.